Вот я на Южном пруду. Что здесь получается? Высыхает. Площадь оголяется. И можно начать работать. Ну, не достали драглайн. Это вот слева показываю. Ну, камеру держу на уровне головы. Значит, это выше головы. Здесь все так, как было задумано. Глубже никак. Он не мог брать уже сыры. Договаривается, какой будет кран. С двойной перекидкой. Все сделано. Но надо хотя бы по краю пройти. Вот я прошел северной стороной и повернул на юг. Вот оно видно, где он ходил. Под водой, видать. Скажет, делали это зря. Ну как зря? Не зря. Вот она какая огромная насыпь. Сколько отсюда было взято глины. Дальше не идет. Дальше другая техника. Вот драглайн был бы. Вот тут можно было разровнять, где я иду по берегу. И он бы начал тут копать. Еще тут все видать. Дно рядом. Вот оттуда я зашел. Клен зеленый. Он пожелтел маленько. И далее березки. Красавицы. Вот где я сейчас нахожусь, все березы. Ну, дальше березки и начинается осинник. И совершенно южная сторона, там запоры сделаны, куда воде заходить. Конечно, свои трудности были. И вот сейчас, вот он. Там где-то поросла эта трава, рядом корни не выдрали, а здесь, значит, корни сумел взять. Вот тут ничего нет, но оно пройдет и тут будет. Вот тут берег, большие деревья. Купались нынче здесь, безопасность стопроцентная. И купаться хорошо, и... но сейчас-то нету детей. Да и взрослые не будут так купаться. Вот. Может представиться возможность все-таки достать драглайн. Будто бы нашли, но он запросил чуть не двойную стоимость бульдозера. Из Барнаула доставить 31 тысяча. Ну какие деньги-то? За каждый час 2500. Какие же тут деньги? Тут никто. Еще неизвестно, что он сделает. Все это непросто. Если бы это было где-то поставлено на смету, тут бы они сейчас выгнали, затащили какой-нибудь земснаряд, пульпы, и все это выгнали метр на 4 глубиной. И откуда воду подавать, все бы сделали. Но мы ничего этого не можем делать. Конечно, все упирается в возможности. Возможности. Вот так, видите, тут уголок небольшой. Здесь вот вода, отражение в воде. Да, сегодня у нас 30 августа 2017 года, среда. Ну вот, послезавтра будут уток долбить все. На одну птичку ополчается весь мир, которая никому вреда не делает, ни на огороде, нигде. Вот так задумаешься, сколько несправедливости по отношению к утке. Ничем не виновата. И долбят ее везде. Все убить утку. Как? Охота на уток. Зачем за ней охотиться? Какая в ней там живность? Ну бейте грачей, их много. Сорок, ворон. Нет. Ладно.